К 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского в церкви в поселке Юбилейный состоялось праздничное богослужение и крестный ход. Мероприятие посетили около 100 человек. По словам священнослужителей, преподобный Сергий Радонежский – один из самых прославленных русских святых. Именно он является основателем Троицы Сергиевой Лавры. В нашем городе планируется построить целый храмовый комплекс в честь Сергия Радонежского. В поселке Юбилейный еще в декабре была заложена памятная капсула и установлен крест. Планируется, что это святое место будет вмещать около 500 человек.